Здравствуйте! В эфире программа «Глас народа». Мы работаем 5, а то и 6 дней в неделю. Чтобы восстановить силы после напряженного труда, нужно как следует отдохнуть. А как обычно вы проводите выходные? И что для вас значит идеальный выходной? Спросим у архангелогородцев. Идеальный выходной день начинается с погоды, с хорошей. И с возможности куда-то выехать на природу из города. Это, пожалуй, фантазия небогатая, все мысли заняты работой в основном. Самый лучший выходной день – это когда мы все вместе гуляем. Да, но прежде всего мы сначала делаем уроки, потому что, чтобы было можно больше погулять вместе всеми друзьями, но не сидеть в компах, а просто погулять. Выходной день я провожу с друзьями. Главное, чтобы было нам весело всем, потому что у нас очень веселая компания. Гуляем, развлекаемся. Очень музыканты. Да. Любим вместе петь, играть. Идеальный выходной день – это проведенный с моими детьми, с мужем на даче, среди природы, когда светит солнышко, когда можно с грядки сорвать свежий огурчик, помидорчик, зелень. Помогаю бабушке на даче и с семьей вместе выезжаем, жарим шашлыки, отдыхаем. Как я могу проводить выходной день с ребенком на руках? Ну, все как обычно, так же, как и будни. Прогулки, готовка, сон. Ничего не меняется у нас в декретном отпуске. Так что вот. А идеальный выходной? Ой, это мечта. Ну, не знаю, наверное, где-то на пляже, под солнышком, знаете, под зонтиком, возле моря.